Выставка «Храмы России» в православной школе Лествица проходит впервые. Это знаменательное событие не только для всего ученического сообщества, но и для горожан. Посмотреть работы одинцовских художников могут все желающие. Искусство – это, понятно, для всех колоссальный инструмент воспитательный. И учитывая, что школа православная и выставка с таким названием, она нам очень по душе. Каждая картина представляет ценность и в историческом плане. По изображению храма можно говорить об эпохе, архитектуре и даже меценатстве. Всегда храмы на Руси – это были такие заведения, которые решали и политические, и культурные, и морально-нравственные, и воспитательные вопросы. То есть это очень великий такой большой пласт. Для многих художников храмы – это особая тема, которая красной нитью проходит через все творчество. Анжелика Ермак отметила, что когда она пишет церкви, время будто застывает, и все вокруг становится незаметным, словно растворяясь на фоне величия соборов. Это происходит на пленэре, когда то вокруг тебя, это вот вы видите просто картинку, а вокруг тебя ходят люди, которые с тобой общаются, разговаривают, в том числе и посетители храмов. Ну, то есть это такая жизнь происходит вокруг этого храма, и ты погружаешься в эту жизнь вместе с этими людьми. После просмотра работ ученики школы решили написать по картинам исследовательские проекты, ведь каждый храм представляет как историческую, так и архитектурную ценность. Выставка продлится до начала июня. Организаторы приглашают жителей и гостей города. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».